Каждый из нас слышал много невероятных историй о некой болотной девочке. Брошенном ребенке. Раньше у меня была семья. Они звали меня Кия. Девочка-изгой, выживавшая в одиночку на болотах, которую все ненавидели. Привет, мисс Кия. Говорят, вам нужны мидии. Иногда я чувствую себя невидимкой. Как будто меня здесь нет. Ты здесь. Ты очень красивая. Давай познакомимся поближе. Убийца не оставил никаких следов. Совсем никаких? Самое страшное в жизни – это когда на тебя охотятся. Его убила болотная девочка! Я знаю, что у тебя есть причины всех их ненавидеть. Нет, я здесь ни при чем. Это они презирали и унижали меня. Хотите, чтобы я признала вину? Не дождетесь. Я не дам им себя растоптать. Никому еще не удавалось побороть мою волю к жизни. Там далеко, где поют раки, болота поведали мне простую истину. Загнанный зверь готов на все ради спасения. Там, где раки поют.